Начинаем с кадровых перестановок, которые произвел Владимир Путин. Президент сменил главу кремлевской администрации. Сергей Иванов сам попросил главу государства освободить его от должности. Теперь он специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Покидая прежнюю должность, Иванов рекомендовал вместо себя своего зама Антона Вайна. Президент встретился сегодня с обоими. Уважаемый Сергей Борисович, мы с вами много лет работаем вместе. Работаем успешно. Я доволен тем, как вы выполняете задачи на порученных участках. Помню хорошо в нашей договоренности о том, что вы просили не использовать вас на этом участке работы в должности руководителя администрации президента более чем 4 года. Но поэтому с пониманием отношусь к вашему желанию перейти на другой участок работы. И очень рассчитываю на то, что вы на новом месте используете все свои знания и опыт для эффективной работы. Антон Эдуардович работает у нас в качестве заместителя вашего, тоже в течение нескольких лет, работает успешно. И Сергей Борисович как раз тоже рекомендовал вас в качестве своего преемника на посту руководителя администрации президента Российской Федерации. Я хочу предложить вам эту работу. Спасибо за доверие, Владимир Владимирович. Считаю основной задачей администрации обеспечение вашей деятельности как главы государства. Это касается законопроектной работы, контрольных функций за исполнением ваших указов и распоряжений. Считаю важным ту работу, которую по вашему поручению начал Сергей Борисович в администрации, она касается антикоррупционного направления и совершенствования кадровой политики и основ государственной гражданской службы. Спасибо вам большое за высокую оценку моей работы за последние 17 лет. Буду стараться работать так же активно, динамично и, самое главное, результативно на новом участке работы. Я хотел бы, если можно, два слова еще добавить. Мы с Антоном Эдуардовичем давно знакомы, еще с периода работы в правительстве под вашим руководством. Но последние почти 5 лет мы общаемся буквально в ежедневном режиме. И я абсолютно убежден в том, что Антон Эдуардович по всем своим деловым, профессиональным, личным качествам готов к этой работе. Владимир Путин также внес коррективы в состав Совета Безопасности России. В качестве постоянного члена туда включен только что назначенный глава президентской администрации Антон Вайна. Этот статус сохранил за собой и Сергей Иванов. Членами Совета стали полпреды главы государства в Сибирском и Северо-Западном федеральных округах, недавно занявшие свои должности, Сергей Миняйло и Николай Цуканов соответственно. Указом Владимира Путина исключены из числа членов Совета Безопасности Сергей Меликов и Николай Рогожкин. Из числа постоянных членов замсекретаря Совбеза Рашид Нургалиев.